Контент-твикер, контент-твикер. И где я сунул? Даст. Так. Блин. Блин, да что ж такое-то? Дуст. И нету. А куда его кинул? Тут же он плавиться не может. А, там кобальт был, ё-моё. Ясно. Ну, есть вот призыв смелтера. Блин. Ну, мне он пока не нужен. А, ещё вот всем придумал развлечение, так сказать. Берёшь так. А, он сейчас не влезет сюда. Короче, вот этих вот. Ну, отвисай. Места не хватает. Ну, давай. Ну, вот, сюда ты влезешь, да? Крабов, короче, сюда приношу, и я их на мясо. На мясо. Развожу. Ну. У него текстура огромная. Так. Подвинься, мол. Вот, спасибо. О, видите. Зачем? Зря у меня вон тут вот мясо есть. Три. Ага. Вот, у меня с мясом проблема. Но вот почему-то эта ферма проблему с мясом не решает сильно. Я вот тут специально, чтобы они не пропали, пронумеровал овец. Вот, овца 1, овца 2. К это коровы. Да, можно их, может, еще раз плодить. Здравствуйте. Значит, всем жрать. Ай. Ты тупой, у тебя же автоплодилка есть. Так, тут что у нас? Забито. Тут еще не забито. О, вот это ферма, это я понимаю, да? Тут вот это можно, ну, это все забрать. Так, я повторяю. А вот тут супермощная ферма наша. Хорошая. И это все, что она нам дала. Ну, вот этих маленьких тоже можно туда перенести. Но от них мяса мало. Крабового. Так, ух ты, все ушло, да? Вот эти я перерабатываю. Эти. А, блин. Да, вам, конечно, так офигеть интересно, как я тут... Фигнёшь тогда? Ладно. Значит так, надо пожрать. Что у меня по мясу? Вообще, кранты. Надо пойти посмотреть, может, мясо у меня есть. Там немножко жратвы добавить. Опять туда иди, ищи, да? Вот. Маловато мяса. Тут надо как-то что-то придумать такое, чтобы больше было мяса там бегало. Так, вот тут еще хочу ферму одну построить. Тут я так ничего и не доделал, в принципе, вот она все работает. Ну, надо делать ферму, чтобы вот эти вот всякие семена сюда попадали, потому что с семенами швах полный. Ну, тут попадает. Ну, тут канола идет. Эта бочка почти что полная, это почти что полная. И отсюда это уже дизеля полное. Вот это не работает. А эти все заполняются.
Только я не пойму, что она молчит. Так, у меня он что, in или out? In, out. Как его знает, что он там у меня. Давайте сбегаем, посмотрим, что у меня с энергией. Может, у меня энергии полно там. А, ну так у меня энергии хоть, как говорится, хоть дари. Так, ну что, наверное, вторая часть начинается. Так, нам нужен вот этот спаунер. А, угу. И он, кстати, есть... Ой, что я нажал? А, привычка с AllsMods. У нас тут кэш надо нажимать. Так, технологии. Вот эти квесты. Ага. Это надо сделать. Так. А, вот эти фигни сделать. И чтобы потом сделать спаунер, нам нужно еще блок управления полетом. Ой, стоп. Вот этот же нам надо, да? Это у нас есть Франк Зомби. Зомби Франк. Зомби контролер. Это мы сделаем. Так, иначе надо, наверное, этот блок Солариума. Зомби генератор еще делать. Улучшенный корпус. Блок зомби электрод. Ага. Значит, Капачита. Так. Это можно сделать капаситор. Так, кремний, слиток и голова. Кремний. Кремний где-то тут ставил. Голова тут есть. Голова. Раз, два. Кремний. Я так понимаю, раз, два. Так, это делается тут? Да, тут. Пожалуйста, нам одного зомби сделайте. Хорошо. Так, вот эту вот фигню сделайте. Спасибо. Эту фигню улучшить надо. Так, зомби Фрэнк. Интересно, у нас Фрэнк есть? Фрэнк. Блин. Он на английском пишет. Фрэнка у нас нету. Значит, нам надо сделать Фрэнка. Фрэнк делается из зомби-контролера. Ага, редстон, два соляриума и башка. Так, раз, два. Зомби. Редстон. Тон, два солярума. Так, как ты тут оказалась? Два солярума. По-моему, все. Так, зомби-контролер у нас делается вот тут. Эти яйца пока не знаю, где применить, но я их сделал. Так, и нам его надо превратить. Зомби-Фрэнк, это у нас... Зомби, любой. Ну, с этим, надеюсь, проблем не будет. На что день? Ага. Раз день, значит, надо идти под землю. Искать зомби. Ну, как всегда. Да беги ты, блин. Я тебя слышу. Вот он. Ой, здравствуйте. Вот он, зомби. Так, идем, копаемся к зомби. Здрасте. О, Рататуй. Какой же ты красивый. По сравнению с 1.4 версией. Так, йод. Гом.
Так, нам надо тебя поместить вот тебя сюда. Да, забирайте. Ой, большое спасибо вам. Так. Нам надо сейчас зомбаря сделать. Вот этот, да? Есть. Окей. Один компонент есть. Два компонента есть. Так, это нам не надо на данный момент. Яйца, чтобы не потерять. Два яйца положим. Просто нету повода их сейчас ставить. Так, это есть, есть. Погодная опять фигня. Так, давайте посмотрим. А может он у меня есть? Я ж не помню, делал, не делал. Так, у нас есть вот это и вот это, да? Погодный нужен. Спаунер. А почему ты не за это самое? А точно спаунер. 11238. Так, это он. Так, и дальше нам надо вот этот вот пульсейшн нету. Там чем-то его опять пропитывать надо. Так, эндерман и вибрирующий кристалл. Вибрирующий кристалл, эндерман у меня... куда-то я его скидывал. Проповорник, крестьянин, заклинатель, друид, им вредина. Ну, эндерман это быстро мы сейчас... обеспечим это N-телепорт. А что тебя убило? Так, ну по пути убили. Так, как домой возвращаемся? А, ну наверное через этот. О, так быстрее. Так, это наверх, это сюда. А чё у меня такие проблемы раньше были? А. Так, вот она погодный кристалл. Вот она погодная кристалла. Так, нам надо вот эту вот фигню. Вот она. Так, погодная кристалла есть. Это нам пока не надо. Баночку, пожалуйста, сюда. Так, а чё, у меня опять закончилась еда? Блин. Ну ты жрёшь как не в себя. Ух ты, у нас разрядился немножко. Таб, отпусти. Так, вот это разрядить. Это ж я ж не знаю. Так, этот я не знаю, надо заряжать. Shift зарядился. И вот, пожалуйста, зарядите. Спасибо большое. Так, сюда. Так, что нам надо дальше? Нам надо дальше соляриумы и двигатели. Два вот таких двигателя флаксовых. Для этого эндермановых. Для этого вот этот. Для этого фуранс-генератор. Для этого машины. Квартспринт. И ёперный театр. Угу. 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 Раз, два, три, четыре. Есть. Угу. Угу. Так, там чё-то не хватает. Так... Так, так, раз, два, три, четыре. А чё не хватает? Серебряная шестерня? Серебро.
Серебро. Серебро. А чё, у меня серебра нет? Типа нет. Восьми. Серебряный блок. Слиток. Вот, пожалуйста, есть. А чё он? Это я не то нажал, наверное. Так, это у нас не то. Кто-то хотел, конечно, автоматизировать. Так. Сейчас отрубаем. Сколько мне их надо? Вообще-то. Тут один, этот один двигатель. Тут два. Чтобы это вот эти сделать. А этот... Тут эндермановые. А тут... А, тут совсем по-другому делается. Эндердвигатели. Ага. Еще медные. Так. Ну, я их сделаю больше. Там все равно надо будет какие-то там... Так, это мы скидываем сюда. Эти вот четыре я хотел. И, пожалуйста, 4 двигателя. Что у нас не хватает? Константановые шестеренки, да? Ну ладно, мы тебя скинем. Константановые шестеренки, блин, еще надо. Опять же, сюда, сюда. Вот это, по-моему, нам шестеренки, офигеть что-то. Да, это, конечно, было бы все легче заказать. Мне константановых шестеренок надо... Ой. Раз, два. Стоп. Погодные кристаллы. Тут погодных нет. Хорошо. 4, 6, 7, 8 них надо. 8 есть. Погодные кристаллы. Блин. Так, это скидываем и заказываем. Ну, не заказываем, делаем 4 двигателя. Так, эти 4 двигателя мне надо превратить вот в такую хрень. Так, что у нас есть? Это есть. 4 двигателя надо. А зачем мне 4? А, потому что тут 2. Угу. Чтобы сделать эти, надо эндеримные блоки. 1, 2, 3, 4. Да? А мне их 8 надо же, да? Да. Один. О, откуда? А, ты отсюда взял. Не, отсюда брать не надо. Так, и что там у нас посередине? Это надо мне... Сколько их? Блоков эндериума у меня. Так, надо погодные кристаллы. Для этого, ну, делаем вот так. Мне их надо 4. Раз, два. Три, 4. Блин. Так, баночки. Эти самые баночки. Где они у меня? Баночки. Это ж их до хрена. О, как раз. Ладно. Йод, эндер, энд, телепорт. Так, товарищи ученые, доценты с кандидатами, мне нужны вы. Первый. Ой, ты злой. Вот и пойдешь в банку и в пень. Так, 3, 4. Все, спасибо, вы свое дело сделали. А чё метка-то? Измерение сторожа, Reddit, Vlight, Auto, написал Dream, Rebus, Divine RPG. Все, Deep Dark, Extra, Simply, планета, астероид, Марс, Мун, Underworld,
Nether Overworld. Блин, пере... Ладно, извиняюсь. Что-то я тут перемудрил. Легче так все равно вернуться. Так. Йоу. Сюда. Чё, грохнуло? Эти четыре. Эндермен, забираем. Куда ударило? Чё ударило? Тинг. Тинг. Забирай. Так, это сюда забирай. Это сюда забирай. Хорошо, когда ускорители стоят, да? Так, дальше нам надо...